видишь, коня вел в поводу. Мерзавец. Хочешь красному гадить в лапы? Забыл, что мы на границе, скотина. Господин, тут свет обрывается. Его лошадь вырвалась и ускакала вон туда. А он поскользнулся и, кажется, скатился в ту яму. Ловушка. Вот яма, господин. Берете? 5:30, пожалуйста. Не надо заворачивать. Гражданин, а сдачу? Сдачу-то забыли. Кто такой? Не знаю. О, компост. А я к тебе как раз. Привет. Привет. Слушай, есть одно дело. Ты должен съездить в УСГЕН. Понимаешь? Старшина милиции Савин, предъявите ваши документы. Эй, молодежь, берите там, а то люди ждут. Пивка-то не будет. В чем дело? Это моя кружка. Что, спятил? Так, 53 074 рубля 75 копеек. Подпишите протокол об изъятии. С суммой согласны? Согласен. Понятые. Вы свободны, товарищ понятый. Чьи это деньги? Мои. Куда несли? Кому? Зачем? Хотел в УСГЕН отправить, в школу-интернат. Зачем?
Товарищ Торгунбаев, отведите в камеру. Руки за спину. Налево. Так, лицом к стене. Не шевелиться. Проходи. Привет, Ахметович. Иди к черту. Эй, ты чего молчишь? Что? Своих не знаешь? Ты угрюмый, меня не трогай. Понял? Понял. Хорошо понял. Я пошутил, а ты как зайчик от меня. Напрасно. Ты колун. Меня видать. Не понял. Куда меня дураку тебе понять? И другим не понять. Может, твоя жена объяснит. Она сейчас с ребенком находится у Бабахана. Ах ты, мразь! Напрасно, братишка. Ха. Мент не дурак, что у тебя дверь открытой оставит. Чего надо? Откройте. Мне нужно в город. Срочно. Еще чего выдумал? Откройте. А ну кончай безобразничать, пока 215 не заработал. Слушай, друг, ну мне очень нужно. Ну позови хотя бы дежурного майора. Нету его. Ахметович, ты спишь? Миллионер, выходи. Поедешь в город, там с тобой разберутся. Который из них, а? Керя, я буду ждать тебя. Заснусь часов и буду ждать. На, держи. Пошли. Джакшен, выйди, помоги! А что там? Опять заглохло. Иду, иду. Последнее. Этот странный случай с деньгами, изъятыми у некого гражданина Ахметова, 1939 года рождения, проживающего по улице от Башинской, 104, и его побег по пути в город. Сумму в 53 тысячи 74 рубля 75 копеек он собирался передать мелкому воришке Композу, якобы для Узгенской школы-интерната. 53 тысячи? А может, фальшивые? Нет, настоящие. Вот паспорт Ахметова.
Товарищ комиссар, разрешите? Да, пожалуйста. Мы проверили все ориентировки о крупных ограблениях и кражах. Но такой суммы нигде не значится. Детальная проверка купюр тоже ничего не дала. Вы проверили ее по учету психдиспансера? Да, не состоит. Что за личность бежавший? Ну, работал заготовителем в Капторге. Там же по нашей просьбе сейчас работает ревизор. Минимум через 10 дней мы узнаем, не было ли там махинаций. Да, занятный случай. На серьезного вора этот Ахметов не похож. Слишком элементарно в КПЗ попал. А с другой стороны, в его поведении есть что-то загадочное. Товарищ комиссар, жена его исчезла. Соседи показали, что уехала вчера, а куда неизвестно. В нашей картотеке Ахметов не значится. Первый опрос на бывшей работе ничего не дали. А Узгенская школа-интернат? Николай Федорович, по-моему, это скороспелая выдумка для дежурного райотдела. Ну, а что же вы предполагаете? Затрудняю что-либо сказать. Дело, я думаю, более серьезное, чем оно нам кажется. Хорошо. Будем действовать. Давайте поручим двум друзьям, нашим лучшим оперативникам, Маликову и Булукову, поработать в двух направлениях. Один полетит в Узген, а другой попробует выявить здесь у Композа, кто такой Ахметов. Договорились? Есть, товарищ комиссар. Так точно, товарищ комиссар. Конечно, это Касымов. Смотрите, как похож на отца. Вылитый. Храбрый был солдат. Герой. Умер он от ран уже после войны. Мы с Саматом тогда еще даже в школу не ходили. Но я помню его отца хорошо. Может, Ахметов? Фамилия матери или отчима? Нет, у нее была другая фамилия. И замуж, насколько я знаю, она уже не выходила. И знаете, по-моему, Самат ушел из Аила, оставил свой родной дом только по вине матери. А что произошло? Самат был мальчишка горячий, вспыльчивый. Угу. Вот помню один случай. Мы тогда вместе работали в мастерской интерната, где я теперь сейчас директор. Шел 49-й год. Ну, сами знаете, время послевоенное, голодное, холодное. В тот день его сестренка тоже была в мастерской. Можешь не измерять, у меня глаз утерпал. Самат, Самат! Самат! Эй, Дилда, что ты делаешь? Ты пшивик. Еще раз сунешься, раздавлю. Всю ночь Самат проплакал. А под утро вскочил как ненормальный, схватил топор и давай в комнату к этому обидчику. Хорошо, что сторожиха в коридоре перехватила. Ну, а дальше? Ну, а что дальше? Обычное. У нас тогда порядки были строгие, не то что сейчас. Вывели моего друга на линейку, обсудили. А он взял, да и ушел из интерната. Вместе с сестрой. Дяденька, подвезите нас. Вот еще. Лошади и без того уже заморены. Ладно, ты садись, а этот пусть сам топает. Ничего, сестренка, держись. Не надо нам интернатовской одежды. Не надо нам еды. Пусть сами подавятся. Мы теперь будем жить с мамой, правда? Ты же соскучилась по ней. Да, я соскучилась по маме. Детки мои золотые, что вам тут нужно? Идите погуляйте, погуляйте. Бедные детишки. Мало этой бесстыжей двух сироток плодит еще других, да еще без мужа. Позорит весь Аил, распутница.
Женщины, помадоры, помадоры, женщины. Помадоры, помадоры. Ой. А? Компот заявился. Ну ты чё? Зря стараешься, бабуся. Все равно обманет. Я ему обману. Сатана. Халдей вавилонский. Мой боже, жми. Сидоровна, помидоры раздавишь. Уходи, компот окаянный, уходи, ничего тебе не продам. И чего ты такая жадная? У самой вот деньги из ушей сыпятся. Во! Видишь? Смотри. Огонь из второго уха. Во! Ты подумай. Ой, бедно, надо ж. Бабка, рыбка лечь, какой еще рук. Композа? А? На лебёдку возьми. Ну, давай. Эй, ты чего? На ходу. Не придуривайся, я тебе ничего не сделаю. Оставь нас одних. Все, Василий Семенович, все, я уже в чувстве. У меня есть вопросы. А задавай хоть ты сейчас. Не поясничай. Ты этого человека знаешь? Знаете, мне трудно. Говори, разговор останется между нами. Точно между нами? Ну. Василий Семенович, только честно. Ты тайну хранить умеешь? Я думаю, умею. Я тоже. Старая хохма, а забыл. Василий Семенович, а ты друзей предаешь? Я тебя понял. Только ведь друзья бывают разные. Он хороший. Ну что ж, больше я тебя ни о чем не спрашиваю. А, Самохлом, это ты, сынок? Я, где отчет, сволочь? Отпусти, отпусти! Скажу, отпусти! Зачем? Зачем ты так, Нурбек? Я же старик. У меня сердце больное. Так можно человека убить. Не тяни резину, гад! Вот, убери, убери! Все скажу, убери. Твоя жена на дачном поселке. Под Горной 23. А не врешь? Клянусь Аллахом, хлебом клянусь. Зачем из моего дома забрали ее? Бабахан приказал. За твою жизнь, за твою семью они боялись. Пожалуйста, забирай, пожалуйста, пожалуйста. Боялись, говоришь? А угрюмый ко мне в камеру тоже со страху подсел. О чем ты? Я ничего не знаю. Бабахан приказал. Бабахан, бабахан. Заладили, как попугаи. Ну, ничего. Придет время, я и до него наберусь. Ну, Бердян, всю беду на себя накличешь. Не надо. Бабахан приходит. Шайтан завладел тобой. Алтай, Алтай, вы меня слышите? Воронеж, Алтай слушает. Алтай, оцепление и ГАИ выехали. Скоро будут на месте. Вы их не ждите, они свое задание знают. Адрес не забыли? Дачный поселок Подгорная, 23. 23! Помним, помним, Воронеж. Не первый раз замужем. Не беспокойтесь. Что вы гудите? Сторож пьяный лежит. Василий Семенович, может, ключ поищем?
Подожди. Сейчас. О, Вася дает, а? Проезжай. Эй, хулиган, зачем ломаешь? Зачем? Эй! Опа! Стой! Опа! Я теперь все знаю. Все, дача, ты ломаешь. Да хулиган, ты ломаешь. Да не ломаю, я из города, я здесь работаю. Я знаю, твоя работа, девушка и мать. Да послушайте меня. Слушать не хочу, не надо твои деньги. Вчера у Байда стоп таскал, таскал. У Амантая дерево сломал, сломал. Туда не ходи. Ух. Куда ты? Валя! Дина! Стой! Дина, что ты делаешь? Валя! Что ты делаешь? Вот машина, я тебя не перетоптал. Кто он такой? Дина! Откуда он взялся? Надо отвезти его куда следует. Правильно, там как раз разберутся. Вот у нее ружье, пусть она его и ведет. А, Мелисия, сразу так Мелисия. И говорил. Ну, вот это сразу бы так. Дальше еще. Назад! 40 метров! Стрелять будем! Стой! 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 Вася! Осторожно! У него оружие! Стой! Выходите слева! Курсант Беляев, ты новичок. Оставайтесь здесь. Всех пускать и никого не выпускать. Есть. Рваный стол. Нельзя оставлять его мемору. Да ты что, там же мусора. Забрать. Гражданка Ахметова? Да. Здравствуйте. Мы из милиции. Собирайтесь. А что случилось? Там узнаете. Собирайтесь. Наша машина, товарищ лейтенант. Не могу знать. А ты его никуда не отправлял? Да нет. Сквозанул куда-то. Но я покажу этому сквозняку, как уезжать с условленного места. Граждане. Вы нас? Да, вас. А в чем дело? Поселок Оцеплен.
Выходить за территорию дач строго запрещено. Возвращайся к себе. Да мы свои. Стойте, гражданин. Не велено. Ты что, парень, офонарел? Мы же такие тихушники, как ты, понимаешь? Тоже ловим беглого бандита. Куда? Предъявите документы. И вы тоже. Сейчас. Да пошел ты, знаешь. Одним легавым будет меньше. На Ахмета все спишется. Вам что, капитан? Особое распоряжение нужно? Николай Афанасьевич, поднимите, пожалуйста, трубку. С вами будет говорить министр. А что этот директор интерната? Уверенно опознал в нем Касымова? Уверенно, товарищ полковник. Даже особые приметы назвал. А что мы знаем о Касымове? Касымов Самат значится погибшим 5 лет назад в результате несчастного случая на железной дороге. В том же году, во время пьяной гулянки, погибает его зять, Норозбаев Рахим. Каким образом и зачем он стал Ахметовым? А с сестрой Касымова беседовали? Нет. Она психически больная, товарищ полковник. Может быть, через жену попробуем что-нибудь выяснить? Нет. Пока не стоит ее тревожить. Не исключено, что Ахметов еще вернется, чтобы встретиться с женой в дачном поселке. Василий Семенович? Да. Усильте-ка наблюдение за ее домом. Есть, товарищ полковник. Здорово! Звезда громадная! Ахметыч, хочешь посмотреть? Что? Да интересно, говорю, хочешь посмотреть? Что? Переживаешь, да? Думаешь, что Саджар? Да ты не переживай! Пусть они только попробуют ее обидеть! Да я знаешь, их всех продырявлю! Шашлык сделаю! Чтобы я этой дряни у тебя больше не видел. И к паханам больше не лезь. Я не лезу. А то я тебя не знаю. Не лезу. Что, сердце? Чепуха. Тебе бы надо в больницу, вылечиться хорошенько, стать человеком в конце концов. Ах, Ахметович, запел. Старуйся это. Понимаешь, прежде всего ты сам в ответе за то, что ты делаешь. Ты думаешь, я не лечился, да? Да меня даже самого профессора из Москвы показывали. Он говорит, ты молодой человек, хороший шкет, оперировать тебя надо. Ну и сделали операцию? Нет, сбежал я. Вот дуралей. Зачем?
Ну ладно, хватит. Давай спать. Композ, а какое у тебя настоящее имя? Композитор. Да не кликуху, имя спрашиваю. А, Тракторбек. У меня отец трактористом был. Я привел к вам сироту. Он голодный. Сирота, говоришь? Как тебя зовут? Самат. Отец давно умер? Давно. А мать? Мама жива. Если мать есть, ты не сирота. Ты баловень судьбы. Вот если бы не было матери, вот тогда бы ты узнал, что такое настоящее сиротство. Ешь, не стесняйся. Пожалуйста, бери. Сайджон, да. Ну-ка поставь другую хорошую пластинку нашему гостю. Сынок, иди сюда. Вот, на. Не надо. Купи билет и езжай домой. В городе не оставайся. Скоро тебя ничему хорошему не научат. На. Нет. Сайджан, отдай ему. Сынок, когда взрослые дают, бери, не отказывайся. Отказываться нехорошо. Спасибо, Аки. Вот так. Я тебе покажу, как отца не слушать. Вот тебе, получай. Нет, его не... А и ты захотела. Пьяница. Вернись, отец тебя больше не тронет. Подожди. Куда ты, Рахим? Сынок! Рахим, постой! Рахим, миленький, не уходи! Салам алейкум! Вы меня не узнали? Родной мой. Ну что, поступал в технику, провалился. Хотел остаться в городе. Ну вот теперь
Еду домой. Не беда. Подучишь свои книги и на следующий год поступишь. Рахим! О, Рахим, иди сюда, дорогой. Принеси хлеб. Я его, кажется, знаю. Он теперь у вас живет? Нет, он здесь учится. У меня небольшой промысел, занимаемся резьбой по дереву. Ну что ты скромничаешь? Вот, бери все. Да не надо. Бери, бери, спасибо. Приедешь в Аил, сестру угостишь. Нет, деньги я не возьму. Бери, а то у меня рука устыдится. Я не могу взять. Вы инвалид, а я здоровый. Разве инвалид не может помочь? Я хотел как сыну. У меня тоже должен был быть такой сын, как ты. Проклятая война. Простите, отец. Вот это. Ну что? Приняли. Молодец. Отец. Да? Я теперь студент. Ай, как хорошо. Поздравляю тебя. Спасибо. Отец, Марьям тоже приняли. Теперь пусть Рахим не хвалится. Поздравляю. Она тоже будет учителем. Я рад за тебя. Спасибо. У меня обед готово. Дастархан ждет вас. Многие жалеют меня, мол, бедный инвалид. Иди в твоем дворе, как в тюрьме. Но они ошибаются. У меня есть Самат, сын мой. Глаза мои. Ноги мои. Верно, сынок? Верно, сынок? Ахметыч, чё это ты там? Ничего, курю. Спи. Вознаменование 40-й годовщины Великого Октября перед вами выступят участники художественной самодеятельности города. Дмитрий Кабалевский, «Наш край», исполняет Аджера Сабекова. Вот этот чемодан с гостинцами надо отвезти моему родственнику Байсалы. Конечно, поеду. Но это далеко, на Джастан-озере. А, хорошо. А как же быть с институтом? Так сейчас же все на хлопке. Да, они вернулись. И завтра начинаются занятия. Я поеду. Один-два раза пропущу, не страшно. Ты же у меня умница. Наверстаешь. Опа. Носи. А ты здоровый, бери. Бери, не стесняйся. В редакции.
Соболя ищут. Чего? Соболя. Ну, зверек такой. Он там, куда едем, выводят на звероферма. А при чем тут бревна? Шкурки прячут. Куда? Ну, кто в бревна, кто в колеса машины сует. А недавно я слышал, в гроб под покойник положили. Вот народ пошел. Жадный. Мусаке, ваш сын вернулся. Ну как, Байсалы? Жив-здоров? Да. Он так обрадовался моему приезду и о вас расспрашивал. Иди умойся. Наверное, голодный с дороги. Нет. Ну, видите. Да. Зря он это делает. На занятия не ходит. Так недолго и из института вылететь. Но он же едет по просьбе Мусаке. Ты же знаешь, мы не можем ему отказать. Ты ведь тоже едешь по его просьбе. Давай присядем. Я другое дело. У нас дома денег нет. Отец пьет, а мать тоже не работает. Обычаев держится. А ты что? Ты за свои поездки деньги берешь? Я тебя правильно поняла? Я не беру. За меня получает отец. Рахим, ты сегодня такой кислый, что у меня начинают появляться сомнения. Какие еще сомнения? Что ты меня не любишь. Ох, как ты можешь такое говорить? Рахимчик, я тебя очень и очень люблю. Я без тебя и дня прожить не смогу. Когда мы с тобой поженимся? Так надоело жить в этом общежитии. Скоро. Потерпи немного. Я деньги соберу. Да не нужен мне твой колым. Да слышать об этом противно. Знаешь, я недавно говорила с братом. Он хочет попросить денег у Мусаке. Не надо просить. А где нам взять? Не воровать же. Все равно не надо просить. Он. Погоди, может, он сознательный. Слышь, парень, сундучок руку не тянет? Тяжелый, наверное. Нелегкий. Ну, так давай помогу. А не пукнешь? Ай-не-не-не, веселый, а? Вот это богатство! Золото! Тише! Безмозглый. Сына разбудишь.
Прячься в тайник. Я доложу Бабахану об удаче. Да перестань ты чесаться. Ахметыч, а я знаю, как Аджар помочь. Я вчера моржа встретил. Он хочет в Лебединовке одну хавиру бомбануть. Меня на тазе поставить. Так вот... Опять за старое. Ты это, братец, скончай. Я тебе последний раз говорю. Ахметыч, ну одно только слово, а? Да не... Паспорты, а я на вышке. А? Слушай, Моржов, где паспорт? Какой еще паспорт? Лебесова, квартиру которого ты обокрал в Лебединовке. Начальник, клянусь матерью, в натуре не брал. Петр Гордеевич, ты отдал паспорт Ахметову? Да не брал я, вот тебе крест, квартира за мной. Это, наверное, пацаны после меня забрались. Они паршивцы паспорты сработали. Не крути. Паспорт ты взял и передал Ахметову. Да морж не дурак, чтобы Ахмету помогать. Свяжешься с ним и секир башка. Поминай потом. Петькой звали. Говори прямее. Ох, начальник. Боюсь. Ты что, нам не доверяешь? Доверилась, девка. Да не тяни ты душу. Кого боишься? Ну? Бабахана. Кого? Бабахана! Бабахана! Марлен, мы запросили все соседние республики в отношении Бабахана. Положительный ответ получен только из Туркмении. Вот телеграмма. Надо тебе ехать. В Ашхабад. Ищешь, сынок? Потерял что-нибудь? Ты что, ищешь свой изорванный пиджак? А, так мы его выбросили. Это новый. Носи на здоровье, дорогой. Ваша доброта невыносима. Ну, не могу я все время у вас брать и брать. Ну, взял бы я тот старый пиджак, зашил бы и носил. Фу. Ты ошибаешься, сынок. Я не такой бедный, как ты думаешь. Просто я стараюсь жить скромно, по мере возможности помогать обездоленным, но честным людям. Не веришь? Иди сюда. Бери сколько надо. Держи. А то еще подумаешь, не настоящий. Но держи. Вот и что, сынок. Ну, перестань, хватит. Ну, что ты, прекрати. Сядь. Мне надо поговорить с тобой. Теперь, сынок... Я хочу, чтобы ты знал, откуда у меня такие деньги. Собрал я их не за один день. Но скажу главное. Эти деньги заработанные. Хоть и незаконным путем, но заработанные. Нет, ты не подумай, что мы занимаемся грабежом или насилием. Нет, мы люди торговые. Перевозим товар с одного места на другое. Вот и все. Нам за это платят деньги, причем немалые. Ты должен понять меня, сынок. Мне, инвалиду, после войны некуда было деваться. На медали не прокормишься.
Спасибо одному человеку приобщил к делу. А что за товар? Разный. Какой нужен заказчику? На что в данный момент спрос? К примеру, соболи шкурки. Могу сразу сказать, за хищение и перевозку меха 15 лет тюрьмы. Я не шучу. Как и деньги, которые ты держал в руках, не шуточные. Ты, я вижу, перетрусил. А я думал, джигит, огонь. А ты больше похож на мокрую курицу. Я не перетрусил. Просто мне не хотелось бы заниматься плохим делом. А оно плохое не больше других. А почему? Я тебе объяснять не буду, ты все равно не поймешь. Держи-ка лучше свои денежки. Они твои, ты их заработал. Держи. Я? Да-да. Ты трижды ездил на Джайсон-озеро и трижды привез с собой мех. Я, конечно, поступил нечестно, что, не предупредив, подвергал тебя риску. Но мне хотелось, чтобы ты понял, в нашей работе ничего страшного нет. Человек, на которого мы работаем, высоко оценил тебя и принимает свое дело. А что это за человек? Его зовут Бабахан. Больше о нем никто ничего не знает, никто не видел и не должен видеть. А если я... это... ну... не захочу? Твоя воля. И забудем этот разговор. Но! Прежде чем ты примешь окончательное решение, я хочу рассказать тебе один случай, который приключился со мной в конце 20-х годов. Был я тогда молодым, как ты. И однажды ночью, по неосторожности, попал в охотничью ловушку, волчью яму. И сидело там двое хищников, голодных, злых. Целый день я просидел с волками. И они меня не тронули. Они меня приняли за своего, понимаешь? Значит, я попал... ну, это... хищника в яму? Дурачок, в беду ты попал. И сидим мы все на дне этой беды. Я инвалид, ты сирота, одинокий стоит лагман. А когда попадают в беду, даже волки грызут друг друга. Деньги ведь хороши в молодости, сынок. В старости они не радуют. В народе говорят, у молодости зубы есть, мяса нет, а в старости наоборот. Вот и бери, рви, пока зубы есть, пока деньги сами идут в руки. Ты честный, смелый, красивый. Тебе богатство будет к лицу. Вот умру я. Все мое наследство полностью перейдет к тебе. Ты будешь самым богатым человеком в наших краях. А богатство – это власть. Молодец, молодец. Настоящий жигит долго не думает. Действует, действует. Саид Лагман. Да, слушай. Целую руку. Целую руку моему сыну, моему наследнику. Отец, разрешите показать. Он теперь настоящий наш гонец. Или по-фини ямщик. Почему ямщик? Особые товары мы везем в
по этапу от дома к дому. Такие тайные дома по блатному называются ямами. Дом Байсала на Джайсан озере. Ты же там был? Например, первая яма. Наш дом тоже яма. Ты теперь богатый. Все твое. Носи. Стирать не надо. Выбрасывай. Последний, да? Ну давай, поехали. Ну чё? Пошли. На, держи. Выпей за меня 100 грамм. Это тебе не красавица, это ты, да. Чё у тебя там такое? Ну дай, ну посмотрю, посмотрю, сейчас. Погоди. Ты что, это прячешься? Ребята, завал. У меня ноги подгибаются. Чувеха встретил. Да. Пошли кадрить. Стоп. Она не такая. И потом я с ней не знаком. Сейчас познакомим. Стив, пошли. Девочки, можно с вами познакомиться? Прекратите, парни. Тихо, девочки. Ну, пошел отсюда, морда. Хватит. А ты кто такой? Я же сказал, прекратите. Кончай, ну. Ты что, дурак? Стив, пошли. Ну, ты у нас еще получишь. Ой, не уходите, пожалуйста. Они еще могут вернуться. Да нет, они больше не вернутся. Мы боимся, не уходите. Аджар. Аджар. Ну как, Лола Бриджида? А? Ну чего ты? А знаешь, как он вчера на тебя смотрел? Ну правда. Ну, Аджар, давай уйдем, что-то мне не хочется никуда ехать. Ну вот еще чего скажешь. Если мы уйдем, он подумает, что мы с тобой обманщицы. А в его институте международных отношений так не принято. Эй, не понимаешь, глупая. Дай-ка я лучше тебя подкрашу. Не надо. Ой, смотри, какая машина. Прошу. Спасибо. Ой, просто... Познакомьтесь, мой большой друг. С Ближнего Востока. Дипломат Абу Али Ибн Фаттах. Нурджан. О, очень приятно. Аджар. Ну что, поехали? Прошу вас. Пошли. Слушай, Ара, Абу, я дипломат. Ты что, болтай, я буду переводить. Ну, смотри. Thank you.
ушли. Мама, я вышла замуж. Что ты говоришь? Да, я вышла замуж, и он мне очень нравится. Ты в своем уме? А институт, учеба? Кто он такой? Красивый, умный, выше меня, как наш папа. И, кстати, учится в МИМО. А что это такое? Московский институт международных отношений. Будет дипломатом? А, другое дело. А кто его родители? Нам, наверное, надо подготовиться к встрече с ними. А родители я не знаю. Как ты можешь выходить замуж, не зная его родителей? Мама, ну при чем тут родители? В наше время это пережитки. В наше время. Вначале нас похорони с отцом, раз мы пережитки. А потом поступай, как знаешь. Ну вот. Сразу обиды. Всегда. Мама, ну хватит. Мне не надо. Уйди. Пусть пьет. Может, от водки легче станет. Мишка. Не могу видеть, как он пьет. А где ж твоя улыбка? Полная задора и огня. Самая нелепая ошибка, Мишка. То, что ты уходишь от меня. А где гости? Где тосты в честь жениха и невесты? Где звон бокалов? Я пойду к ней. Пусть она и ее родители мне все объяснят. Самат, успокойся. Пусти меня. Тебе Пусти. Нельзя появляться в таком виде. Я сам пойду. И все выясню. Мишка, да где ж твоя улыбка, полная задора и огня? Сама, змей ты мой родной. Да плюнь ты на эту кралю, если она не пришла. Кто там? Яке, от жениха. Хочу поговорить с вами, Яке. Нам не о чем говорить. Ваш Самат обманул нашу дочь. Это не совсем так. Вы откройте дверь, и я вам все объясню. Мне не надо ваших объяснений. В старом городе его отец-инвалид мне все объяснил. Проваливай, пока папа, я тебя... Папа, откройте дверь! Но вы выслушайте меня. Они любят. Они не могут жить друг без друга, а те? Аджар? Кто вы? Я зять Самата, муж его сестры. Меня зовут Рахим. Где Самат? Почему он сам не пришел? Он очень расстроен и не мог прийти. Я не верю. Я не верю теперь никому. Аджар, ну не волнуйтесь. Вам надо встретиться завтра с Саматом и все спокойно обговорить. Нет, вы мне скажите. Это правда? Что правда? Все, что узнал мой папа. Я не знаю, что узнал ваш папа. Что он обманывал. Да. Правда. Аджар! Не бросайте его! Он пропадет, погибнет без вас! Отец! Самат, а ну хватит шататься. Иди спать. Я все равно повешусь. Ой. Дура. Разве за один девушка весишься? Вот, если бы у тебя отобрали бы
Богатство? О! Да плевать я хотел ваше богатство. Все, я кончаю с вашим делом. Ищи ты себе другого конца. Из-за вас я потерял от жар. Сказал. Нализался, ублюдок. Завтра поговорим. Земляк, отвезешь Фергану. Фергану? Приедем, еще две такие получишь. А, хорошо. Поехали. Мусаки. Зачем вы расстроили свадьбу Самата? Обманом невесту не берут. Надо честно, понимаешь? Нечестно, по-моему, то, чем занимается Самат. Я сам знаю, чем занимается мой сын. Пьянствует. Хулиганит. А кто виноват? Уж не меня ли ты хочешь обвинить? Какие вы неблагодарные. Я вас людьми сделал. Из грязи вытащил. Помог институт кончить. Вот ты стал учителем. Теперь ты хочешь меня упрекать? Я не упрекаю. Смотри, Рахим. Ты мне сына не порть. У него своя дорога, своя судьба. А я хочу, чтобы он шел честной дорогой. Чтобы у него была настоящая судьба. Рахим! Доченька, пойдем ужинать. Да я этот чертов телефон сейчас отключу. На улицу выброшу. Пойдем, моя хорошая. Не позвонит он. Веди его к машине. Слушай, друг, в аэропорт опасен. Гони. Держи свои. Thank you.
Эй, ты где ходишь? Ты что, подрался? Аптекаря Гайфуллина забрали. На моих глазах. Вам теперь конец. Нас кто-то заложил. Наверное, Рахим. Самат! Ты за собой хвост не приволок? Нет. Я ушел через Пентексу. Бросился в такую сумасшедшую воду? Вот молодец. Садись чай пить. Отец, это была моя последняя ездка. Самат! Ну ладно, наш сын устал. Сайджан. Ладай. Завтра в Кашкар-Кишлаке надо барашка зарезать. Пусть наш сын отдохнет. Будет сделано. Да, кстати, надо Рахима пригласить. Угу. Им вдвоем будет веселее. А. Да, и цыгана позови. Слушаюсь. Эх, Дос, если бы ты знал, какая она прекрасная девушка. Подожди, я не достойна любви. Ага. Она учится в Москве, а я кто? Пошлый барыга? Эй! У вас я больше не могу. Не могу. Ты что, заболел, а? Ну, да. На, выпей. Ну, на, ну. Ему другой нужно. Кумар надо поймать. Чего мы поймаем? Какой кумар? А, кумар! На. Ой, дорогой, не все. Выращу тебя. Подождите, куда ты, Рахим? Чик, давай. Молодец. Стой, хватит притворяться. Пошли. Подъем. Эй, Самат. Самат! Самат! Вставай! Вставай, сынок! А ну, поднимайся! Вот так, вот так, вот так! Куда? Домой, домой, домой! Где Рахим? Он я без него не поеду! Он не хочет! Подожди, подожди! Рахим! Поехали домой! А ну, вставай, Рахим! А ты его, может, водой обонешь? Очухается. О, правильно. Принеси воды. Принеси. Сейчас мы его подвинем. Стой. Ну, давай. Воду не стою. Ну, ладно. Раз ты решил здесь оставаться, то я лягу рядом с тобой. А.
Нет. Не я. Слышите? Нет. Я не убивал! Нет! Пусти! Пусти! Убийца! Ненавижу! Убийца, что ли, решил? Арзамат, а? Держи его! Куда? Пусти! Пусти! Ну, что будем делать дальше? А? Ничего. Я не хочу жить. А ты брось. Перед милицией тебе отвечать, а не мне. Я отвечу. Пусть меня посадят. Да ты что? Нет, сынок. Хоть ты и виноват, но мы тебя в обиду не дадим. У тебя это получилось случайно. Непреднамеренно ведь, сынок. Да ты зря. Мне стыдно видеть тебя плачущим. Эх, Хархазбай ты мой доморощенный. Любишь жить без узды, без порядка. Есть воля, простор. Ты как конь необещанный, а кастрирует обыкновенный мерин. Да, сынок. Аллах Всевышний повелевает нам подчиняться единой воле. Такова жизнь. Что это? Раскрой, прочти. Ахметов Нурбек. Кто это? Ты. Там внизу твоя фотография. Разве ты не видишь? Зачем все это? Я хочу остаться Касымовым. Наши дела плохи. Бабахам приказал исчезнуть из этого города. Переехать в другой. Лежать по норам, пока охотники не пройдут. Это все из-за того аптекаря? Отчасти, да. Но и среди нас оказался нечестный человек, который стучал на нас в милицию. Кто? Это уже не имеет значения. Бабахан сказал, чтобы никому не говорить его имя. Поехали. Ваша дочь ожидает ребенка. Мы скоро полетим. 7. До 19 часов. Я пойду газеты куплю. Сидите. Рейсы 30, 17, 81 задерживаются по метеоусловиям городов Нарына, Танги и Чолпон-Ата. Куда же это мы с нашим барахлишком? Не знаю. Кажись во Фрунзе. Убери чемодан. Паха, никак я в толк не возьму.
дело вроде прекратили, а мы на колеса. Так надо. Ох, умен бабахан. С таким не пропадем. Да, не пропадем. Пока вышку не получим. Ну и шутки у тебя. Шутки прокурора, а я говорю. Бахан, а если Ахмед с повинной пойдет, скажет, споили, что тогда? Вряд ли. Из него бабахан весь дух вышиб. Навсегда. А если все-таки пойдет? Да не трепись ты, Потало. А то и с тобой такой же отмочат, как и с Рахимом. Что они там делают. Давай подойдем поближе. Чего бояться? Ахметыч, ну чего ты? Да выкрадем мы нашу денежку. Как пить дать? Иди отсюда со своей трешкой. Давай, друг, приехали. Конечная остановка. Подними. Что вы делаете? Гражданка, отойдите, а то он и вас ударит. Отпустите, ему же больно. Вы что, гражданка, пристали? Вы жена его? Идите своей дорогой. Думаете, приятно возиться со всякими алкашами? Прошу вас, отпустите его. Да, я его жена. Пойдем. Подожди. Слушай, друг, давай выпьем. Сама. Как ты меня назвала? Зови меня Эдик. Или нет? Лучше Бобик. И запомни, для вас я или Эдик, или Бобик, но не Самат. У меня нет имени. Не уходи. Постой. Я тебя обидел? Да? Прости. Ты очень на нее похожа. Да. Но она лучше. Я сам. Не надо, Сэм. Я всегда прихожу на свою кровать.
Мачья. Нурбек, убирай. Я не виноват. Конечно. Я сама это слышала. Я так и думал, что это они сами. Ты его назвала? Виктор. А фамилия? Была моя девичья, а теперь хочу переписать на Ахметова. Не надо Ахметова. Это чужая фамилия. Ведь я же тебе говорил. А как нам быть? Мы же не можем переписать на фамилию твоего отца. Нам никто не поверит, что ты не убивал Рахима. Рано или поздно, но выбор придется делать. Завтра наведаюсь в яму. Надо как-то поговорить со стариком. По-хорошему, что ли. Какая яма? Я тебя одного не отпущу. Папа, дай чемоданчик. Нельзя. Мама, а он не дает. Самат, дай ему понести. Не надо, там деньги. Какие деньги? Ты мне ничего не говорил. Да те самые, ворованные. Отдам их и все. Здравствуй. Старик дома? Проходи. Какие гости ко мне пожаловали. Хорошо, что надумали навестить, обрадовали старика. Арзамат чаем угостит. Самат. Кто это? Это моя сестра. Ах ты, Вась золотой. Ну-ка, покатай дедушку. Дедушка, смотри, как свое колесо толкает. Мои ноги, мои будущие ноги, внучек мой. Не будет он ничьими ногами. Он будет честным человеком. Кто разрешил тебе хвататься за грязные? Ты же потом никогда не отмоешься. Давай ручки. Перестань плакать. Ну, не плачь, не плачь. Значит, моя коляска грязная, а ты чистый. Напрасно, Нурбек, так думаешь. Посмотри на свои руки. На них грязь не только моей коляски,
На них кровь кое-кого. Я не убивал Рахима. Не надо, Самат. Я знаю. Не надо. Доченька, если бы у меня спросили, где конец света, я бы ответил вот. Простите его. Арзамат, иди за ними. А если что, убей. Вы в Ашхабаде впервые, а архив сразу нашли? Впервые, товарищ генерал. А в архиве, честно говоря, ничего для себя стоящего не нашел. Мне посоветовали обратиться к вам. Сказали, что ваша память – это больше, чем архив министерства. Красивые цветы у вас, товарищ генерал. Очень. Сам расчу. Во-первых, молодой человек, не надо так официально. Я давно на пенсии. А во-вторых, насчет моей памяти они явно преувеличивают. Но я постараюсь быть вам полезен. Значит, вас интересует Бабахан. Да-да. Забодай его, комар. На моем веку их проходило несколько. Позвольте, я взгляну в свои талмуды. Сейчас появилось такое модное словечко – хобби. Так вот, это и есть мое хобби. Да, вот он нам и нужен. Вот, вглядитесь в этого субъекта. Сверхопасный преступник был. Перед окончанием войны он организовал побег из лагеря особого режима, здесь, в Туркмении, прихватил с собой еще троих. Так называемый побег с бычком. Вам, молодежи, наверное, неизвестно, что это такое. Только понаслышке. В то время преступный мир был другим, чем сейчас. Существовали ужасные неписанные законы. Не гнушались ничем. Съесть бычка, ну, своего товарища, считалось нормой. Потом, километров через 50, нашли Ибрагимова. Спекулянт, мешочник. На фронте фашисты, а эти здесь из нас кровь пили. Тот же враг, считайте. На 12-й день погони мы все выбились из сил. На сотни километров вокруг безжизненная пустыня. И мы решили прекратить преследование. Полагаю, что сама природа сведет с ней счет. С Бабаханом оставался некий Баймурзаев, киргиз, сидевший за бандитизм, угон колхозного скота в Китае, тогда еще комендановский. Сам Бабахан являлся крупной фигурой в преступном мире. Одно имя чего стоило. Это Баймурзаев, а это нужный вам Бабахан. Алексей Петрович, разрешите? Что? Переснять. А, пожалуйста, ради бога. Боюсь, Маликов, ни один эксперт нас не поддержит. Разница в полвека не шутка. Сейчас он инвалид, уважаемый человек, ветеран войны. Как бы нам потом? Тем более, товарищ комиссар, считаю необходимым идти на этот решительный шаг. Самый верный путь к Ахметову Касымову через Бабахана. А подобраться к Бабахану можно, только разобравшись в тайне Шарипова. Конечно, если эта тайна существует, и не плод нашего воображения. Ай, абитуриент, давай быстрее пошевеливайся, а! Ай, осторожно, осторожно, а! Осторожно, не урони, спокойно, спокойно, а! Вот молодец, крепкий парень, а! Вот молодец, а! Теперь осторожно поставил, а! Так, молодец! Теперь давай туда поставь, туда! Твой племянник может остановиться у этого человека. Он такой же пасечник, как и я. Спасибо. Тунгучбай, мы готовы. Не Кавказ. До свидания. Доберешься до города, пойдешь по этому адресу. Там тебе помогут с жильем, ты все понял? Да. А чтоб ты в городе не голодал, вот тебе деньги на первое время. Думай прежде всего о своем здоровье. Ешь хорошенько и занимайся. Держи. А все будет в порядке, старик. Все будет нормально. Не волнуйся, все будет нормально. А что Нурбек? Не будет ездить за медом? Нурбек не придет. Я за него. А ты вместо него. Да. До свидания. Спринтон в столицу. Здравствуйте. Нам тут нарынские товарищи нелегкую задачу предложили.
но придется решать. В двух словах суть ее сводится к следующему. Не так давно в горах задержали подозрительного человека. Так вот, при нем была обнаружена значительная сумма иностранных денег. Выяснилось, что этот субъект пожаловал из соседней страны. Слушай дальше. И шел не куда-нибудь, а на инженерную 40. К Шарипову? Да. Вот шифровка, которая была у гостя. Странно, какое отношение он имеет к инвалиду? И что в этой шифровке? Он связной, а здесь распоряжение хозяина. Так, это надо использовать. Давайте теперь скорректируем действия Маликова. Где нас звали? Рубашка надо? Нет, не надо, спасибо. Абитуриент, деньги есть? Есть, есть. Пойди шашлык возьми, а я водичка попью. Кому семечки? Покупайте семечки. Слушай, дорогой, возьми рубашку, недорого беру, а? Нет, не нужна. Рубашка с секретом. Вась. Что так молодой юноша? Если мало, забирай, брат. Эй, нет. Носи на здоровье. Кто такой? Вот, у него рубашку купил. Красивая? Тебя к колхознику пойдет. Да, да. Пойдем шашлык есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам от Ахметыча. Проходите. Не, я ненадолго. Оп. Вот паспорт и деньги. Воронеж, Воронеж, я 217-й. Компост передал что-то похожее на паспорт. О, еще красные детские ботиночки. Это от него. Собирается уходить. Задержать? 217-й. Ни в коем случае не трогайте его. Следите за женщиной. Ручную кладь с собой возьмите? Да. О, а как тебя зовут? Деня, все пока идет нормально. Билетик не отдайте. Ох, Метыч, есть свой. Заканчивается регистрация билета на рейс 92 Фрунзе Алмата. Повторяю. Заканчивается регистрация билета на рейс 92 Фрунзе Алмата. На чьи фамилии оформлены билеты? Ахметова и Элибесов. Спасибо. Пойдем с нами, мальчик. А ну-ка, Ахметыч, падла. Не знаю. Чего это вы? Мужики, чего это, а? Ой, вон он! Покеда! Вот шайтан, а? Внимание, пассажиры! Производится посадка на рейс 63 Ташкент. Не волнуйтесь, Ахметович придет в самый нужный момент. Старый знакомый, ты что такой кислый? Ну-ка, иди ко мне. Вот так. А у меня труба есть. Видишь? Вижу. Давай посмотрим, что там. Вон, смотри. Вон, видишь, самолетики. Дядя стоит. Тетеньки. А вон он. Кто это там такой? Папка. До свидания, папочка, до свидания. Гражданка, стойте! Вернитесь на место! Пройдите на место. Да нет, я пожалуйста, там настроил, пройдите на место.
Рейс 126 Фрунзе Новосибирск задерживается до 17 часов московского времени по метеоусловиям Новосибирска. Повторяю. Рейс 126 Фрунзе Новосибирск задерживается до 17 часов московского времени по метеоусловиям Новосибирска. Папа! Тише! Я не могу без тебя. Ты слышишь? Зачем ты меня обманываешь? Я не полечу без тебя. Эй, парень, поди сюда. Ну что, приехал поступать? Да. Живи у нас. В институт не поступишь, я тебе в городе работу найду. Будешь у меня дворником. Родным. Азмат, иди во дворе времянку открой. Это что, книги? Ну иди, иди. Иди сюда. Поближе. Ты не красноперого с собой приволок? Что вы? Да он с самого чабана, племянник. Я своими глазами видел. Честное слово. Это проверим. Образцы меда привез? Да. Показывай. Вот. Вот. От Абилбека. А что от Жагора привез? Тю-тю от Егорова. Дорога закрыта, шлагбаум. Что, карантин? Рубека никакой шлагбаум не остановил бы. Если бы только карантин. Там солдатики стоят с автоматиками. Они так шуганули бы вашего Нурбека. Мне статья заказана. А что писать, когда нет полной картины? Иди. Арзамат с тобой рассчитается. Хорошо. Все кости валят. Майке, ну что мне делать? Может, дрова нарубить? Топор в подвале? Стой, куда? Там тебе делать нечего. Товарищ Шарипов здесь живет? Вы что, не слышите? Пардон, мы с телевидения. Нам нужен товарищ Шарипов. Зачем? Так, где герой войны? Товарищ Шарипов? Ведь
предположим. Герой. Ну, просто орел. Пардон. Я директор съемочной группы из телевидения. Только не волнуйтесь, спокойно. Сейчас мы будем вас снимать. Для новостей. Вот еще новости, скажете вы. Прекратите смеяться. Какое телевидение? Постойте, так вы еще, наверное, не в курсе. Дело в том, что мы нашли вашу родную дочь с мужем, как просил ваш родственник. Мой? Да-да, ваш родственник. И теперь они едут сюда. Так сказать, встреча через четверть века. Сенсация. То есть мы хотели бы снять ваши неподдельные слезы. Так. Воронеж, Воронеж, обстановка резко меняется. Обстановка резко меняется. Гарь, гони телегу. Ага. Поберегись. Осторожно. Лежь, давай. Ну, ставьте. Тихо, старик. Сведешь меня с Бабаханом и будешь свободен. Понятно? Стойте, стойте! Вы куда? Товарищ Шарипов, сейчас подъезжает ваша дочь, будем снимать, вы что? Мы на минуту, сейчас только медали оденем и все. А, пардон, пардон. Так, прибор сюда. Мусаке, стойте! Мусаке, до института довезете меня? Ты кто? Нурбек Байке, вы что, меня забыли? Я же племянник Жакшилыха, друга Тунгусбая, вас! Стойте, стойте, там человека задавили! Сиди, дурак! Возьмите на беллинг передатчик абитуриента. В какой точке сейчас машина? Товарищ полковник, установить, где находится машина, пока трудно. Объект передвигается с большой скоростью. Это ты устроил балаган с дочерью? Пришлось, раз так берегут тебя твои шакалы. Всем машинам и постам. Всем машинам и постам. В действии план перехват. Задержать автомашину «Москвич» вишневого цвета. 1781 Оши. Серия Ольга, Шура, Иван. Пост 4. Гагарина, Ломоносова. Есть. Пост 3. Некрасова, Льва Толстого. Есть. Пост 8. Чапаева, Островского. Есть. Пост 5. ВДНХ, Баха. Неужели это пешпек? Какой пешпек? Алато! Ты что, не видишь, вон кинотеатр? Я говорю про город Пешпек. Про какой город? Мы во Фрунзе. Дурак. Сам знаю, что в твоем Фрунзе. Я хотел сказать, что Пешпек не узнаю. А, ты про старое название города говоришь? Наверное, всю жизнь просидел в заперти. И города не видел. И когда последний раз выбирался из своей волчьей ямы? В каком году? Познакомишь меня с Бабаханом, и больше мне от тебя ничего не надо. О, молодец, угрюмый, проскочила. Бабахан. Слушай, браток, ну-ка выйди. Ну, у меня мало времени. Ты что? Решил новую жизнь начать с убийства? Эй, ты! Ну-ка иди, закрой ворота! Воронеж, я 12-й. Нахожусь в районе улицы Баха. На стройке. Со мною главные. Постараюсь задержать молодого. Стой там! Я же тебе сказал. Если нужна тебе жена, поезжай к Саид Лагман. Она там. Врешь! Хочешь заманить меня в ловушку? Я не верю ни одному твоему слову. И запомни, если что-нибудь случится с моей женой, я пристрелю и твоего Бабахана, понял? Ну ладно, хватит играть в кошки-мышки. Я Бабахан. Чего-чего? Ах ты, старый пес, артист. Не курю.
я должен узнавать? Вот этот юнкер я. Рядом мой отец Баймурзаев, самый богатый человек Семиречья. Хозяин Пишпека, а не как вы погано выражаетесь, Фрунзе. Не верю. Юнкер стоит на своих двоих, а ты безногий. Скотина. Ноги я в песках Каракума потерял. В 44-м бежал из лагеря особого режима в Туркмении. Нас было четверо. Вел нас по пустыне бывшую из баши бухарского эмира Бабахан. Когда в пустыне прошел дождь, я понял, что спасен. Я старика. Истекая кровью, я уполз через границу. Вот так я стал Бабаханом. Хорошо. Поедем к Саид-Лагману. Только не думай, что я тебе поверил. Эй, открывай ворота. Другой Бакеш, я видел у вас в руках пистолет. Вот этот, что ли? Пересели в Зим. Уходят в сторону гор. Что делать? Алтай, Зим не задерживать. Нам важен их конечный пункт следования. Не по нашей ли душе? Ассалам алейкум, мусаки, ассалам алейкум. Коляску давай. Садись, уезжай. Уничтожь машину. Давай, быстрее. Давай быстрее. Сейчас. Прикажи развязать руки, сволочь. Развяжи. Я Аллах. Где жена? Где? Где мой сын? Сын, где? Сын мой, где? Эй, пацаны! Привет из солнечного Ташкента! Жизнь Ахметычу или деньги? Угрюмый! Мои. Ваши, гражданин угрюмый, не трудовые сбережения, временно изъятые мной. Застрю. Ой. Соображайте. Соображайте, паханы. Он же дурак. Время, деньги. На деньги. Фу. А
денежки? Денежки, вода. 20 тысяч. Иди проваливай, пока я не передумал. А жена твоя у старика дома. Пусть он отойдет подальше. Вот так. А теперь я положу капусточку в карман, чтобы не рассыпалось. Угрюмый, совет на будущее. Храни деньги под подушкой, не дрыхни! Возьми, они тебе нужны. Нет, на них кровь Рахима. Ох, уважаю я тебя, Ахметыч. Что, сердце? Нет, хуже. Подзорку оставил. Стой, Компос! Я сейчас! Стой! Я сейчас! Все готово. А с этим что делать? Баймырза! Скорее, чтобы развязали! Что ты сказал? Баймырза, скорее! Развяжи. Выйти всем! Быстро, быстро! Ну, быстро уходите! Безмозглые! Прости меня. Прости. Ошибка произошла. Кто бы мог подумать, родной мой. Хозяин! Мельтоны! Дождались! Закрой ворота и снаружи замок повесь! Да-да, закрывай ворота без мозга и в рассыпную. Солдаты! Назад! Эй! Откройте! Помогите! Откройте! Ты что, спятил, старый дурак? Вы же здесь потерпевшие. Бандюга с дружками хотел с тобой расправиться. Понял? Ну, а теперь кричи. Эй, помогите, давай. А, да-да. Ну? Да. Эй, помогите. Не так, жалоб мне. Эй, помогите. Эй, помогите. 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 Это все не то. Шарипова нет. Товарищи! Помогите! Нас избили! Моего дядю приемный сын ограбил! Запер в гараже! Потом выясним. Пройдите в машину. Кто? Я? Вы. За что? Жив, Марлен, жив. Жив. Ой. Что такое? Осторожно, шея тут. Ничего, ничего, до свадьбы заживет. Да что вы, у меня же сын. Фу, забыли? Ты. С этим Бабаханом все забудешь. Ахметова взяли? Нет. Значит, он не попал в окружение. Товарищ полковник, тогда он поехал на инженерную 40. Там Муса Шарипов спрятал его жену с ребенком. Мне срочно надо туда ехать. Да нет, зачем тебе? Дом находится еще под нашим наблюдением.
Мы можем дать по рации команду, взять его. Этого делать никак нельзя. Он парень горячий. Но, по-моему, не виноватый, запутавшийся. Сами знаете, при взятии всякое может произойти. Турсун Медетович, разрешите мне. Воронеж, Воронеж, говорит 201-й. Ахметов появился на объекте. Какие будут указания? Продолжайте наблюдение. Товарищ капитан! Да? Товарищ капитан! Волчья яма Бабахана. Самат! Николай, давай срочно медиков. Есть. Товарищ полковник, возьмите. Изъято при обыске. Капитан Маликов просил вам еще сказать. Отделение, строится! Ну что вы танцовываешь, как жеребец вокруг кобылы? Лучше преступников ловил бы. Преступников? Кого? Кого? Ахметова, сына моего, негодяя. Какого Ахметова? Того, которого вы под поезд толкнули? Или Касымова, Самата? Да-да, гражданин Шарипов. Вы же Баймурзаев. Вы же Хасанов. Вы же Бабахан. Вот санкция прокурора на ваш арест. Вы подозреваетесь во многих грехах. В частности, в убийстве героя-фронтовика Шарипова на железнодорожном перегоне Куйбышев-Сызрань в 46-м году и присвоении его документов. А также в организации убийства
ни в чем не повинного Наразбаева Рахима. Опоздал, гражданин начальник. Этим твоим обвинением сегодня грош цена. Годы меня амнистировали, годы, и свидетелей нет. Но почему же, гражданин Шарипов? Есть кое-что и посвежее, и амнистия. На эту вашу деятельность не распространяется. Вот ваша карта. На ней обозначены контрабандные тропы, по которым вы переправляли за границу драгоценности. Пометки сделаны вашей рукой, Баймарза. Ведь такая у вас была бандитская кличка в молодости. Фамилия пострадавшего? Косымов. Ну, он по паспорту Ахметов. Нет, его фамилия Косымов. Его настоящая фамилия Косымов. Адья, помоги мне выбраться из ямы. А, здесь темно. Ему плохо. Дайте свет. Свет!